Всем огромный привет! Сегодня у нас на обзорчике вот такая вот кола от фирмы «Каждый день». Я купил, как обычно, маленькую бутылочку 0,5, чтобы она не выдыхалась, и как бы я ее быстро выпиваю. Стоила она 10 рублей 50 копеек. Давайте посмотрим, какой же здесь составчик. Так, у нас тут вода, ароматизатор кола, смесь подсластителей, лимонная кислота, консерванты. Содержит источник фенилаланина. Не рекомендуется употреблять больным фенилкетонурией. Так, подсластители. При чрезмерном употреблении может вызвать слабительные действия. Замечательно. Так, ну что же. А производит у нас его НПО «Славич», город Зарайск, Московская область. Вот. Ну, просто замечательный состав. Давайте теперь посмотрим, отличается ли она чем-то от обычной колы. Так. Так, открыли. Наливаем. Так она у нас выглядит. Мало пены. Ну, пахнет такой как бы колой немножечко, газировочкой. Ну, нет, от колы здесь вообще никакого намека от обычной колы. То есть она слабо-сладкая. Вот этот вкус колы, он очень слабый. И такой что-то кислиночка такая есть. Она больше даже ближе, наверное, к какому-то Байкалу, чем к коле. Я бы не сказал, что это полноценный заменитель колы. То есть это своя какая-то такая газировочка. Ну, что-то, наверное, здесь смутно похожее от колы есть. Ну, а так пить можно. Почему бы нет за 10 рублей. Вот на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока. До новых встреч.